самый опасный фестиваль в Японии. Омбасира. Ритуальная доставка бревен к храму Суватайси. Раз в 6 лет. 16 стволов. Доставляются вниз с холма, а потом и по воде. Омбасира переводится как почетный ствол. И да, японцы используют это как эвфемизм. Так что можно девушке сказать, давай я тебя прокачу на своей амбассире. Потом же бревно намокает. А в Японии даже на бревно. Молодых людей-претендентов довольно много. Вес ствола может достигать 12 тонн. Высотой примерно 18 метров. Молодые японцы доказывают свою храбрость, пытаясь прокатиться на стволе. Называется это киотащи. Не киогачи. Нет. Немного другое. Доставленные бревна устанавливаются у храма, что является символом ремонта и заботы о здании. Mortal Kombat также проводят там. Фестиваль раз в 6 лет. Был уже в 2016-м. Следующий в 2022 году.